Так, все, мы продолжаем. Офигеть, офигеть. Бы посмотреть, что делается-то. А, может, глаз? А он еще, да, он открывается. Значит, в чем фишка? А, стреляем в глаз. Да ё, ну как, я же не задевал даже. Слушайте, мне непонятно, что за фигня. Вы сами все прекрасно видели. Не задевал я. Может быть, очень близко нужно держаться к краю, но, блин. Так обидно просирать, честно. Очень неохота. Типа чё, в глаз, что ли, попал? Я не пойму, или чё? Схему я понял. Да, я в глаз, походу, попал. А, значит, что мы еще раз делаем? Берем пистолетик. Стреляем в глазик и... Как бы пройти нам так, чтобы прям не... Меня больше всего смущает, знаете, что? А, вот последняя, она мне... А, я из-за нее, по-моему, где она? Я не вижу даже. Давайте, знаете, что? Сейчас попробуем. Давайте попробуем, с какого места он начнет. Давайте, он там где-то вот? Завершил, да? А, он с этого начал место. Ну, видимо, это эффект случая. Ха-ха! Ништяк, чуваки, прошел. Ладно. А, да-да-да, я же видел эту хрень, она там висела. Пожалуйста, 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 быстрей. Если я нажал Shift, во... О, все, мне хана. Да, мне хана. Ну, контрольная точка была, я видел. Оббегать нужно эти хрени. Ну, с первого раза не допер, бывает, ладно. Оправданно. Третий раз уже всираем, ну... Третий раз всираем на разных моментах, то есть... Первый раз... По-моему, здесь, да. Офигеть. Типа все заново, да? Да, типа, да. Надеюсь, тут ничего больше не пропустил. У нас там 23 тысячи очков на баночке. Подождите, это что, я проиграл, что ли? Ну... Какого хрена? Сохранить. Ну, давайте сохраним. Глаза. Так. Ну, нельзя прокачаться почему-то. Ладно. Может, тут чуть нажать? Не, ничего. Тут уже лифт, а там была дверь, по-моему. О, наверх. Радует, когда наверх еду. Хотя мне плевать, честно, вообще. Да, отлить надо. Угу. О, все. Блин. Залагал я. Что-то залагало. Видимо, ну уже давно записываем, уж поэтому. Нифига там. Эпизод пройден.
А, нет. А, боюсь наступать на стекло, здесь ничего. А, наступил. Хм. Да. Блин, только не надо Лавру какую-нибудь там. А, все ясно. Себастьян, get away from him. Себастьян, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why I... doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Rubik. He's the one that... Да. Стреляй по мозгам ему. Эх. Лезли, стоп. Вот так вот. Что это было? Я ж почти до конца дошел. Или я что-то... А, ну, вроде заскриптовано должно быть. Да-да-да-да-да. Все полетело. Эх. Эй, я что, не успел, что ли, дойти? Или так и по игре надо? Должно быть так по игре. Заскриптовано. Так. Ё-моё. О, давай, мочи его по соскам или что-то такое. Не знаю. Чем мне его мочить-то? А, валить надо. Ну это круто. Да блин, да что ж так не везет-то? Не успел повернуть, слился после прям на контрольной точке, там еще, по-моему, даже не сохранилось толком. Да ребята, ну что это такое-то? Че, офигели, что ли? И мне переждать нужно, я не пойму. Переждать надо было. Ну, по крайней мере, сейчас. Давай, давай, финишная прямая, давай! Давай,
больничке, да? Брекет или что-то такое у них. Нет у него ничего, у него зубы. Опять не успел, что ли? Ну, ребята, ну чё такое? Чё нам так сложно-то даётся? Неужели всё заново? Да. О, да, есть. Хорошо, что не заново. Ну, тут гораздо легче, просто я чё-то тупанул. Точнее, я врезался. Быстрее. Опять, кажется, да? Ну, ё-моё, чё такое-то? Вроде несложный момент. Почему так не могу пройти? Мне там что-то непонятно. Ну смотрите-ка, мне непонятно, как там обойти последнюю вот эту линию. Не последняя, какая она по счету. Тут-то ладно, да, я, видите, обхожу. Оббегаю, точнее. А там-то как? Да иди... Ну ёп! Ну, чё так быстро-то? Реально, что-то, слушайте, не то, не получилось. Ну, знаете, что мне мешает еще? Там камень, когда падает, ну, сейчас обратите уж внимание, вот такие вот камни, они мне почему-то, он там не мешает. Я правду говорю. И не оправдываюсь. Вот видите камень? А, не помешал. Это я тупил. Как же тебя долго, не пойму, как ты вообще еще живой, блин. О, круто. Давай в эту хрень стрелять. Куда еще? Глаз ему долби. В этого. Куда долбить? А, во, давай. Ну я ж справился вроде. Такого-то. Я надеюсь, я не всрал. О, да. Эх. Давайте буковку нажму какую-нибудь. Отлично. Наводимся, а? Бам! И куда стрелять-то? В голову или нет? Походу промахиваться нельзя. Я вроде не промахнулся. Я что, только один раз попал? А, нет. Смотрите-ка. Или я реально один... Контрольная точка. Давай. Эх, долби по нему. Не хочу с ним махаться, чуваки. Не хочу, давай. Да, стрельнул же. Такой классный момент просрал. Ну, видели ж, попал вроде. Ложу, у меня финал какой-то получается. Не эпично. Ладно. А куда ему стрелять-то тогда нужно? Может, прицелиться нужно? Да! А, все. Видимо, надо было... Я слишком рано стрельнул, видимо. Ну что, на моих ошибках поучитесь там. Да, просто так вытащил, как из штанов.
created this world. You cannot keep me here. Рубик. Давай, мозги его. Раздолбай его нахрен. На! Да что ты думаешь? Быстрее давай. Хоп! Всё. That one, and those two. They're not going anywhere. No one can. Сейчас напишет эпизод пройден. Играйте дальше. Это все был сон. Эх. Че там, Рубик или кто? А, Лесли. Визерс Лесли. Я себя правильно прочитал. Эх. Финишная прямая. Только не надо, как в Outlast'е. О, нормально, чё. Да, детектив. Все отлично. Молодцы, ребятки, справились. И спецназ-то всегда в конце приходит. Когда уже все мясо закончится. Во всех фильмах так. Походу и в играх тоже. Эй! Годи! Домой, что ли, пошел? Опять же, блин, ну что такое-то? Последний глюк был, наверное. О, да, музыка в конце. Ну что ж, друзья, вместе со мной, Себастьяном, мы прошли эту игру. Скажу честно, сюжет здесь очень загадочный. По мне, достаточно классный. Ну, на этом я думаю с вами попрощаться.
До новых встреч. Пока.